Горение угля в факеле. Виден ряд горелок. Если присмотреться, сверху есть еще один ряд. И ближе к концу ролика снизу будет виден еще один ряд горелок. Хорошо видны трубы, в которых генерируется пар. Они образуют экранные поверхности. В районе самого факела видна обмуровка зажигательного пояса. Она необходима для поддержания высоких температурных напряжений в районе факела для того, чтобы надежно и качественно воспламенялся уголь. Температура в факеле в районе 1500-1600 градусов Цельсия, а на экране показана какая-то другая температура в районе 14 градусов Цельсия. Так нельзя сказать какая. Тепловая мощность каждой горелки, по моей оценке, не менее 25 мегаватт. То есть килограмм другой в секунду угля идет в каждую.